Ребята из детского сада номер 21 всегда соблюдают нормы безопасности. Вот и в гости к пожарным пришли в светоотражающих жилетах. К слову, дети подготовились не только внешне. Они также узнали заранее, как предотвратить пожар. В каждом доме должен быть огнетушитель. Угу, правильно, правильно. А что еще нельзя делать? Нельзя спички брать в свои руки, зажигалки нельзя вообще, даже духовки зажигать и плиту, ничего нельзя делать со спичкой. Для встречи с пожарными сегодня важный повод. Спасатели соревнуются в боевом развертывании и пожарном кроссфите. В этих соревнованиях принимают участие все подразделения, которые дислоцируются на территории Истринского пожарно-спасательного гарнизона. Они у нас проходят эти соревнования с периодичностью один раз в квартал, как минимум. Они проводятся для отработки слаженности действий личного состава при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По умолчанию они проходят и во всех подразделениях, которые расположены в Московской области. Они спасают людей. Это красиво. Они нам показывают всякие трюки. Всякие приколы. А вы бы справились? Нет. Для этого нужна подготовка. Если бы этой подготовки, тогда бы справились. Мы неспроста спросили об этом ребят. Ежегодно на муниципальном уровне проходят детские конкурсы по пожарной подготовке. Ровесник всегда принимает участие. Также у них и развертывание есть, боевые рукава, да, они тушат. Это на арене Истра проходят в основном вот такие большие мероприятия. Поэтому это будущее как поколение мы готовим к мероприятию. Сейчас они смотрят, учатся, задают вопросы. Это автомобиль, он, скажем так, больше подходит городу. Да. Угу. Во-первых, он очень быстрый, шустрый. Угу. И по снаряжению, соответственно, тоже вот есть практически все, что нужно. Угу. Для ДТП вот также аварии, также двери вскрывать, еще что-то. А можно узнать у тебя, что ты рисуешь? Я рисую вот этот шланг. Я нарисовала пожарную машину, огнетушитель, всякие вещи и самого пожарного. В программу «Дня открытых дверей» также входит экскурсия. Дети узнали, как пожарные трудятся в течение смены. Удивлением стало то, что у них тоже есть учебные классы и даже специальные тетради, в которые они записывают материал. А еще в течение суток у них есть всего 4 часа на сон. Но самой большой радостью для ребят стала возможность примерить пожарное снаряжение – в том числе шлем и маску. Пробуй разговаривать. Нормально, дыши. Все. Надо, главное, спокойно дышать. По условным подсчетам, пожарную часть сегодня посетила порядка 100-120 детей. А кто по каким-либо причинам не смог прийти на день открытых дверей, сможет сделать это уже зимой. Такие мероприятия пожарные проводят раз в квартал. Полина Громова, Михаил Моралов, Истра РФ.